на детектив, на какой-то женской поганой литературе. Знаете, такой левой ногой пишут какие-то мужики. Этот мусор востребован. Это мусор. Не надо его смешивать с литературой. Там совершенно другие задачи. Там совершенно от прочтения другое, в другом месте мозга это происходит. Это пляжное чтение. Зевнул, зарыл в песок и ушел. Такое чтение имеет место быть, как на ваш взгляд? Или лучше даже не прикасаться? Почему? Почему? И, так сказать, и леденцы конфеты, и трюфель конфеты.